надо делать все с любовью. Во-первых, это должен быть хват. Как гром среди ясного неба я узнала о своем диагнозе. Сколько я буду жить и буду ли вообще жить. Мне было больно, мне было тяжело. Нужен был смысл. Мне сказал, ты знаешь, ты просто создан для пауэрлифтинга. Была рекомендация от врачей, больше 5 килограмм не нагружать руку. Я занимаюсь троеборьем. В сумме 210 килограмм я подняла. С 50-го размера я стала влезать в 44-й, иногда в 42-й, ну что может быть еще прекраснее и удивительнее. Я дала надежду таким же женщинам, как я, что рак – это не приговор. Каждое следующее соревнование я жду с трепетом. Не надо быть жертвой.